Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Battle Time 2. Так, у нас есть варвары, есть ассасины, есть друиды и есть некроманты. Давай попробуем сыграть за некромантов, а? Некроманты — жители северных земель. Их алхимические навыки могут сильно ухудшить характеристики вражеских зданий во время боя, а магические навыки управляют силой мороза. О как! Ну что, будем брать? А, давай, наверное, вот так вот. А что это, вообще дает нам? Я не знаю, ребят. Что это нам дает? Вообще, они доступны нам или нет? Фракция сейчас недоступна. Получить... Так, понял. Хорошо, если эта фракция недоступна, а варвары? Можно за варваров, например, сыграть? Варвары — жители огненных земель. Их алхимические навыки могут сильно улучшить характеристики воинов во время боя, а магические навыки управляют силой огня. Ну, допустим. Фракция варваров приветствует вас. Меня зовут Бьорн, я буду вашим бесстрашным воином, мой король. Так, интересно. Первая цель в нашем завоевании — Малая Земля. Это обычная тренировка перед настоящим боем, но расслабляться не стоит. Да ладно. Запомни цвет нашей фракции — оранжевый. Этим цветом отображаются наши войска и наши дома. Режим боя можно переключить кнопкой в верхнем правом углу. Так, энергия алхимии, энергия магии. Получить сейчас... Да ничего мне пока не надо. Что вы... Все это вперед. Чтобы атаковать, коснись своего здания, а потом вражеского. Ну, давай попробуем. А вражеский где? Ну, давай сюда, например. Маленькая армия. Ах, вот как мы делаем. Атакуйте группами. Для этого коснитесь несколько своих зданий, а потом вражеского. Атакуйте группами, да, говоришь? То есть... Так, так. Теперь сюда, да? Ага, вот так это все, значит, у нас выглядит. Захватили. А у нас, смотри-ка, тут что-то растет такое непонятное. Так, взяли. Взяли. Так, вот смотри, у нас тут что-то пополняется. Я пока не знаю, что это. Но когда у нас нижняя заполнена, начинается... А, это идет прокачка. А ну-ка давай сюда, например. Сможем захватить? По идее, должны. Да. Так, что это такое? Пока не знаю, ребята. Навыки боя — это навыки магии у нас. А наша цель, я так понимаю, захватить вот просто-напросто вражеское здание, да? Ну, это обычная тренировка, поэтому здесь, естественно, все пока легко будет. А это столько нам нужно человечков, чтобы захватить это здание, да? Все, понял. Давайте вот это теперь захватим. Ну и остается самое последнее. Раз, два, три. Давай вот это вот. Захватим с тобой здание. И я так понимаю, будет победа. Вот и наша первая победа. Так держать, обратите внимание, что награда зависит от времени, потраченного на бой. Вы можете удвоить награду, посмотрев рекламный ролик. Нет, спасибо большое. Получить сейчас. Главное, я отказался от просмотра ролика рекламного. Они все равно его мне втюхали. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь. Так, я уже запомнил цвет наш. Энергия магии, энергия алхимии. Все. Мы с тобой оранжевые. Атакуйте эффективней за первой атакой, сразу же отправляйте вторую и более. То есть... А, вот. Нет, они же не могут так делиться. Ой, как они медленно, смотри, захватывают.
Так, фиолетовые. Ну давай, давай, давай. Еле, 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 еле. Ну? Да чтоб тебя не хватает, и все, ты хоть ты тут тресни. Может быть, нам надо было вот этот вначале захватить. Конечно, вот этот. Ё-моё, не то я сделал, ребят. Вот что надо было для начала брать. Тут, извини меня, двадцатка. А сюда меня не пускают, пока я вот этот не возьму. Ну? Давай сразу двадцаточку еще. Атакуйте всеми силами, посылайте войска из всех зданий несколько раз подряд. Я уже это понял. То есть тут десятка, да? Погнали. Давай, давай, давай. Не забывайте об атаке группами. Посылайте войска сразу из нескольких зданий. Так я сейчас только что так и сделал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Добиваем, добиваем. Отлично. Так, теперь. Теперь сюда надо идти. Вот так вот я сделаю. Е-е-е. Захватили же? Нет, не захватили, сейчас захватим. Вот. А вот это я могу сразу взять или нет? Проверим. По идее, без про... Ого. Ну. Все, друзья мои. Очередная победа. Ни шагу назад. Не забывайте, что награда, я понял. Награда зависит от всего. Так, и... Последний, я так понимаю, у нас островок здесь. Оу. Здесь у нас уже, смотри-ка, зелень, синька. Угу. Здание сильных воинов. Их сила вдвое выше обычной. Сильные воины эффективны при захвате фортов. Захватите это здание. Да я постараюсь. Так, у нас тридцатка, да? Надо всех вызывать. Если захватить хотим. Для мощных и эффективных атак группируйте свои войска в здании сильных воинов. Для этого выделите свои здания дважды и коснитесь здания сильных воинов. Ну, мы захватили, все. Да. Коснитесь дважды, а зачем? А, вот так, понял. Ну что, давай, наверное, вот это теперь захватим. Здание форт. Его защита вдвое выше обычной. Форт эффективен в обороне. Захватите это здание. Я так и собираюсь сейчас сделать. Ну, давай, 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 родные. Захватили. Так, а эти-то тоже тут не спят. Смотри, смотри, активировались, активировались. Сейчас, секунду. Вот это вот надо забрать. Я не собираюсь тут никому это все дарить. Так. Ты гляди. Ну-ка, пошли прочь. Нет, они совсем оборзели, а? Продавливаем, продавливаем, есть. Так. Теперь давай, давай, наверное, вот этих вот истребим. А чтобы не лазили, куда не следует им. Давай, 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 занимай, занимаем территорию. Есть. А теперь смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Вот это вот захватим. И захватим же, я надеюсь. Да, оно уже наше. А эти тут что-то тусуются. Что-нибудь тусуются, я пока ума не приложу. Так, объединяем все здания. Чё?
Не понял юморка. Так, ребята, а чё? Где мои все эти-то? Я не пойму. Давай тогда сюда идти. Давай, 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 родные мои. Они захватили. Они захватили наше здание. Я не позволю. Отбиваем. Все. Теперь сюда. Последний вот этот вот домик. И халупу надо разнести. Да-да-да-да, есть. Ну что ж, неплохо, ребята, неплохо. Так, и еще один материк. Да я запомнил, запомнил цвет нашей этой. Это здание быстрых воинов. Их скорость двое выше обычной. Быстрые воины эффективны при захвате башен. Захватите это здание. Попробуем. Тридцатка нужна, да? На захват. Так, захватили? Для быстрых и эффективных атак группируйте. Да это я понял, что ты. Так, а вот это что за храм такой интересный? Ну-ка, сможем захватить? Это здание башни, оно атакует вражеские войска, но в нем нет прироста войск. Башня эффективна в защите, но требует постоянной поддержки. Захватите это здание. Вот я как раз и собираю сейчас. Ого, какие они быстрые, смотри. Фига она. Ты смотри. А как? Оно не подпускает, нифига оно. Для усиления атаки и увеличения зоны поражения группируйте свои войска в здании башни. Для этого выделите свои здания дважды. Да это понятно, ты повторяешься уже. Главное, что мы с тобой взяли. Так. Друзья мои, давайте-ка мы с вами вот это вот здание теперь захватим. Ой, слишком медленно вы видите. Давай, давай, захватываем. Смотри, сопротивляется, а? Есть, все-таки взяли. А эти куда хлыщи пошли, смотри. Тогда я вот это вот еще захвачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо еще отправить войска. Успели. Так, все вот это вот объединяем. И начинаем вон там бомбить. Нет, 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 ребята, вон туда, говорю. А, так оно наше, господи, что я делаю-то? Тогда вот это вот. Тут и быстрые, и шустрые, и все побежали, короче. Эти бегуны очень быстро пошли атаковать. Последний домик. И мы выигрываем. Да. Идеально. Так. Тут почему-то вообще вот наш такой герб мы получили. Так, что у нас здесь интересного? Ага, ну это вот наша, да, территория? Это наша территория. Давай быстренько захватим вот это вот. Это обычная казармочка, да? А, тут желтый у нас еще есть. Желтых нужно гнать в шею. Им нечего здесь делать. Так, все. Угу. Объединяемся. И идем вот сюда захватывать. Давай. Блин, если они захватят башню, это будет паршивенько, друзья. 40. Тогда нам лучше вот эту вот захватить еще, получается, да? Если мы захватываем ее. Прибавка у нас идет. Идет прибавка, отлично. Так, объединяю абсолютно все. И давай вот эту вот захватим. А куда же вы пошли-то, дурачки? Зачем вы так? Вот сюда же. Все, я понял. Я понял свою ошибку.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но все равно мы захватили. Мы захватили, ребят. Так, вот это вот все берем. Блин, теперь тут 50 нужно, ты представляешь? 50. Если взять защиту. Если взять защиту. Ладно, поехали, попробуем. Берем защиту и... Давай, давай, захватывайте. Мы взяли, ребят, нахрапом. Так, теперь то же самое, то же самое. Вот только вот с этой цитаделью, да? Я еще... Вот так вот, защитку. Есть. Ну, и дело за малым. Остается нам с тобой захватить всего лишь вот это здание. Давай, давай, бежим. Да, захватили. Блин, ну тут всего лишь 3 звездочки, к сожалению. Почему, пока непонятно. Основная цель в нашем завоевании — Большая Земля. Это серьезный вызов после обучающих сражений. Но сдаваться не стоит. То есть ты хочешь сказать, что вот это вот все должен захватить, что ли? Ох, ёк-макарёк, сколько вас тут? Перед началом боя можно полностью заполнить шкалу энергии, навыка алхимии. Посмотрим, понятно. Так. Они тут сразу зашуршали, я смотрю. Начинаем захватывать маленькие постройки. Нам, чем быстрее их захватим, тем больше у нас будет армия. Да ладно, не хватило. Давай, 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 прожимаем, 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 есть. Так, теперь вот это берем. Смотри, там у них битва идет. Взяли. Теперь вот это. Фига, у него там шустрые войска. А вот этот мы можем с собой забрать убыстренную? Нет, а как же нам идти? Вот так, что ли, получается, да? Да? Трындец. Нам придется вот сюда, ребята, проходить. Через вот этот вот купол. Да. Давай хотя бы защиту поставим, что ли, чтобы не так... Чтобы не так быстро, блин, погибали они у меня. Очень тяжело захватываться. Очень, ребята, тяжело захватываться. Посмотри. Половина гибнут. Просто... В шоке, просто в шоке, ребята. Да, блин, мы не можем захватить. Мы как бы, ну 8 осталось, ну. И опять, да, и опять он. Серьезно, что ли, сейчас, а? Есть! Смотри, 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 что делает. Смотри, что делает. И опять они отбили. Да. Погнали. Вот это вот все пойдет вот сюда. Чего?
Вы не припухли ли, а? Ребятулечки. Захотели там чего, а? Ты посмотри. Да ты заколебал, а? У него, блин, понимаешь, в чем дело? У него здесь быстрые вот эти вот. У него такие есть. Ускоренные. А у меня нет, у меня вот обычные солдаты. Вот в чем беда-то вся. Как он так быстро вот это все делает, а? Объясните мне, пожалуйста. Короче, нас в хлам сейчас разнесут. Как он захватил вот это-то здание? Вот объясни мне, блин, вот это вот как? Его тут не было, блин. Ну вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять, а? Ну я не знаю, ребят. Это трэш. Что от этого луча? Толку-то, блин. Твою налево, ребята. Ну это... Я сфейлился, короче. Это первая миссия после обучения, ты понимаешь? Первая миссия после обучения. Я получил звезделей. Причем вообще не кислых. Посмотри, он без остановки просто прет, 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 прет. Без остановки, ребята. Я еще раз повторяю. У меня не было вот таких вот зданий. Вот таких вот. Я вот эту парашу я взять не мог фиг знает сколько. Он же моментально прошел здесь, ребята, и разнес все. В щепки мне снес, ты понимаешь? В чем суть? В общем, это для заядлых таких, знаешь, я не знаю, даже не то, что там стратегов или еще кого-то. У кого лишние нервы есть. Я тебе так скажу. Ну, главное, что мы посмотрели. Не, игра, конечно, прикольная, но надо действительно тут думать, как тактики плюс заклинашки. Наше первое поражение. Оно было неизбежно. Обратите внимание, что награда зависит от числа врагов, убитых в бою. Вы можете удвоить награду, посмотрев рекламу. Оно было неизбежно? Это что, специально так было сделано? Ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда с вами на этом, наверное, закончим. У нас тут деньги, я не знаю, что-то можно, наверное, приобретать, покупать. Комплект звезд. Вы получите 100 звезд. Нет, это не то. Как-то или прокачивать. Что? Вот что это такое? Вот монеты есть, есть звезды. Это же для чего-то куда-то идет. Комплект звезд. Так, огненный метеор падает на карту и наносит урон. Вражеские воины погибают 100%. Так, навык сейчас, чтобы открыть, необходима фракция варвары левел 2. А у меня левел 0. Так, метеор, огненный смерч, огненная волна. Угу. Допустим. Памятки. Да. В общем, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.